На сцену приглашается Брюхан в Эстоне, а готовится Шахин Панахов. Иван Крылов, лисица и виноград. Голодная кума лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко, отколи, как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не мет. Пробившись попросту час целый, пошла и говорит с досадой: ну что ж, на взгляд он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой, тот час оскомину набьешь.